Здравствуйте, дорогие друзья. Вот у сына сломалась машина. Принес, почини, говорит папа. Я говорю, ладно. Перевернул машину, открутил все болтики. Ну, у него тут сломалась вот эта вот штучка, то есть тот моторчик, где стоит колесо, он не едет, ну, то есть. Пустую крутится иногда. В общем, это не важно. Вот, а я смотрю, тут вот такая вот дверца, под которой должны находиться батарейки. Ну и, разумеется, это место для колонки, откуда звук выходит. Здесь вот кнопочка была off on, cool выкл. Все я откручиваю. Эту я уже откручивал просто. Вот смотрю, там пусто. Ну все как положено, в общем, плюс минус он, три батарейки требуется, и здесь колонка. И вот самое интересное, снимаю, переворачиваю. Там вот здесь батарейка должна быть. То есть вот здесь вот батарейка должна быть. Здесь колонка. И тут пусто, никаких проводов. Вот такая вот ерунда.